А вы знали? Некоторые текстуры, используемые для i105Z, на самом деле имеют вид консоли Dreamcast. Скорее всего, это было позднее изменение во время разработки, так как Sonic Adventure изначально не была игрой для Dreamcast. Одной из первых идей для игры была Sonic RPG для Sega Saturn, но концепция RPG была быстро изменена. Однако идея придания игре более сильного акцента на историю, как в RPG-играх, провалилась. Sonic Team решили оставить платформенность Сонику и переделать традиционную механику и особенности 2D Соника в 3D. Одним из примеров этого является Homing Attack, которая была введена, чтобы воспроизвести реплику легкого наведения на врагов, как в 2D играх. Как мы упоминали ранее, разработка Sonic Adventure перешла на Dreamcast, потому что Saturn стал коммерчески провальным. Ранние наработки игры были переработаны в игре Sonic Jam. Однако, никто не знает, в какой период были использованы художественные ассеты Сатурна. Существует имплодский геймплей уровня Sky Chase Arc 2, в котором используются модели Соника и Тейлза из билда Sega Saturn. Из-за того, насколько похожи анимации в раннем релизном билде, кажется, та сцена работает на железе Dreamcast. Один забавный факт, в игре персонаж Тикал изначально работает как играбельный персонаж. При использовании чит-кода Moon Jump можно заставить ее прыгать в катсценах. Позже появилась информация, показывающая, что и Тикал, и Доктор Эггман были частично запрограммированы для геймплея и могут быть выбраны путем хакинга. Возможно, все из-за того, что многие персонажи были заделаны в коде игры как играбельными, чтобы разработчикам было легче ими управлять во время катсцен. Для того, чтобы понять, какой выбрать сеттинг игры, Sonic Team организовала поездку в Центральную и Южную Америку. Никто из разработчиков никогда не видел настоящие руины и джунгли, а интернет был в то время примитивным способом, чтобы сделать отсылки в самой игре. Команда хотела сделать игровой мир настолько правдоподобным, насколько это возможно, даже используя свои собственные фотографии в качестве текстур для игры. Мини-уровень Tales of Sand Hill был вдохновлен людьми, которые катаются на песчаных дюнах. Sonic Team даже не знали о существовании этого вида спорта и были настолько впечатлены, что включили его в финальную игру. В игру также включили часто критикуемые сегменты i102 Gamma. Что интересно, эти уровни были включены по просьбе фанатов. Фанаты обратились к Sega с просьбой включить в серию какую-то механику стрельбы. Sega хотела порадовать свою аудиторию, но чувствовала, что оружие не соответствует характеру Соника. Решением Sonic Team было создание нового вооруженного персонажа, возможно на основе Эгг-Роба и Sonic & Knuckles. Sega также включила в игру другой вид фан-сервиса. В оригинальном японском релизе игры внутри казино можно было увидеть механический рекламный щит пастушки. И звук стона будет играть всякий раз, когда игрок касается ее. Это было заменено обычным значком в международных версиях игры по очевидным причинам. Однако японская версия также подверглась изменениям по сравнению с прототипом Sonic Adventure Auto Demo. В этой версии девушка была полностью обнаженной в стиле плейбоя с мини-баром. Отойдя от темы, разработчики хотели создать злодея, которого никогда нельзя было представить на предыдущих консолях. По словам директора Такаши Идзуки, «Я хотел создать врага, которого нельзя было создать раньше. Я хотел чего-то большого, чего-то прозрачного и жидкого». Потому что технологии теперь позволяли это сделать. Я хотел что-то, что поразило бы пользователей. Хаос показывается с самого начала игры, чтобы показать графический скачок. И даже был включен в CGI-видеоролик при запуске игры. Когда Хаос был впервые разработан, концепт-арт был продемонстрирован создателю Соника Юдзи Нака. Ему настолько понравился рисунок, что он одобрил идею сразу же. Внешний вид Perfect House был изменен в Sonic Generations. Позже было объяснено, что именно так изначально должен был выглядеть Хаос. Но Sonic Team не смогли добиться такого точного вида из-за технических ограничений Dreamcast. Компании Sega пришлось довольствоваться тем, что тело Perfect House было сделано полностью из воды, что было еще страннее в мерках консоли Sega Saturn. На самом деле сложно сказать, откуда черпали вдохновение при создании злодея. В греческой мифологии Хаос был именем первого божества, он описан как огромный и бесформенный. Хаос показан в игре как богоподобное существо, и одна из его ключевых особенностей – изменение формы. Однако он может иметь другое научное вдохновение. Есть близкий родственник амебы, называемый Хаосом. Эти организмы могут менять форму, в основном полупрозрачные и имеют заметный непрозрачный блок. Это описание кажется очень похожим на игровую версию, особенно то, как он был изображен в концептуальных и рекламных актах. Хотя его происхождение в реальной жизни неоднозначно, Sega рассказала о якобы происхождении Хаоса на своем японском сайте. Хаос на самом деле является мутированным Чао. Сами Чао были развитием функции из Nights into Dreams под названием A-Life.
A-Life — искусственные формы жизни, называемые Nightopians, которые могут быть объединены с другими существами. В игре можно настроить настроение Nightopians'ов, что изменит темп и мелодию музыки в зависимости от их состояния на уровне. Sega хотела взять идею выращивания существа, которое могло развиваться, чтобы изменить темп игры. Sega не только хотела изменить игровой процесс, но и хотела, чтобы люди, которые плохо играли в экшен-уровне, могли спокойно играть и наслаждаться игрой. Поиск Чао и Чао гонки также были нужны, чтобы игроки были лучше в экшен-уровнях. Такаши Идзука заявил: «Мы действительно хотели дать людям поиграть в Соника, которые плохо разбирались в экшен-играх, и расширять вселенную игры. Вот почему мы включили Чао в дизайн. Мы действительно просто хотели расширить мир Соника и распространить игру людям, у которых раньше никогда не было возможности играть в игры с Соником». Версия Dreamcast гласит, что сады Чао были созданы в безопасной местности. Однако можно утонуть в лужах как и в Эгг-Керрере, так и в мистических руинах. Вы также можете утонуть в садах героев и злодеев Sonic Adventure 2 на Dreamcast. Это может быть сделано только Тейлзом, так как он низкий и большая часть его головы погружена в воду. В Sonic Adventure 2 Battle вода стала более мелкой, что делает зону безопасной. Sega также изменила сады Чао в Sonic Adventure DX для GameCube. Самое смешное, что игроки могут утонуть в воде, даже учитывая фикс проблемы в Sonic Adventure 2 Battle. Это все на сегодня. Больше фактов вы можете найти на данном канале или в видеороликах слева или справа. Намного больше фактов вы найдете на оригинальном канале DigiNow Gaming по ссылке в описании.